Нагадаю, інцидент стався під Севастополем біля військової частини А-23-55. У п'ятницю ввечері штурмували півсотні озброєних людей. Це були військові, але невдовзі їм на допомогу прибули бійці так званої місцевої самооборони. Вони почали просто бити журналістів і ламати їхнє обладнання. Тих, хто намагався втекти, переслідували автівками. Постраждали журналісти українських каналів, кілька іноземних репортерів та російський фотокор. Серед постраждалих дві знімальні групи «Інтера». Что такое, а? Что снимаем, не снимаем. Что снимаем, удостоверение покажи, командир, а? Я тебе покажу удостоверение. Что снимаем, это прибыли представители местной самообороны. Некоторые из них, наверное, скорее всего, представители бывших силовых структур, которым была задача брать отсюда журналистов. Ну, это кто им задачу такую ставил, я не знаю. Подразделение регулярных российских войск, я уже говорил, захватили это подразделение, ну как бы не захватили, а проникли на территорию подразделения этого. Вот. Потом в ходе переговоров достигнута договоренность об их оставлении этой территории, в результате чего, вы видели, было организовано это дело, проведено, они загрузились в машины и убыли с территории войск. В ходе было предупреждено, что они будут открывать огонь на поражение. Они были оружены? Да, нет. А вы просто игнорировали вот это? Да. И во время той штурма раны не били? Не вооружены. Ну, бить не били, ну, рукопашная, как бы так, толкотня была.